Здравствуйте! В этом году мы отмечаем столетие окончания интервенции на Русском Севере. Формально вторжение войск Антанты мотивировалось потребностью обороны Русского Севера от немцев и белофинов. Но на деле преследовало политические цели свержения власти большевиков, а также геополитические и экономические интересы, связанные с захватом стратегически важного и богатого ресурсами региона России. Так сегодня описывают те далекие события некоторые историки. Согласен ли с этим подходом архангельский историк и краевед Михаил Капица, узнаем прямо сейчас. Он наш гость сегодня на 13 этаже. Михаил Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Вот в одной из программ, которая проходит на нашем телеканале «Регион-29», как раз на тему интервенции, вы создали такой необычный для меня образ, что история — это супермаркет. И сегодня каждый из нас выбирает в ней, в этом супермаркете, свою историю, точнее, свое отношение к ней. Вот на тему интервенции какой может быть ассортимент позиций? Ну, во-первых, я хочу сказать, что констатация того, что мы живем в обществе, которое напоминает супермаркет памяти, она не несет в себе ничего хорошего и ничего плохого. Это просто констатация. Да? То есть, это такая реальность, так получилось. Да? Мы живем в информационном обществе, где информационные потоки нас каждую секунду пронизывают, да, и мы делаем выбор. Касательно интервенции, я могу сказать, что нам на выбор есть целый, ну, можно сказать так, стенд такой, да, целая витрина выбора у нас есть. Мы можем выбрать позицию большевистскую, которую когда-то пропагандировали большевики, что это была борьба с первым пролетарским государством, попытка подавить революцию в зародыше. Мы можем подобрать значительное количество аргументов в пользу подобной позиции, которые так или иначе содержатся в прямом или в косвенном виде, там, в воспоминаниях участников, каких-то основополагающих документах и так далее. Мы можем выбрать позицию, которые, например, придерживаются на Западе, да, западные историки, которые говорят о том, что интервенция значения никакого особенного не имела, и была такой локальной такой историей, которая связана была с текущими тактическими и стратегическими интересами, которые возникли там, в 18 году. То есть и тоже много может быть аргументов. Да? Это мы сейчас знаем, что война Первая мировая кончилась в ноябре 1918 года, да, фактически она кончилась. А еще за год до этого, или там, за 9 месяцев, когда в марте 1918 года был подписан Брестский мир, это было все неочевидно. И для современников быстрое, скорое окончание Первой мировой войны было бы под большим вопросом. Они не были в этом уверены, да, они этого не знали. Они не знали того, чего знаем мы, в общем, да. Вот. Мы можем выбрать позицию, ну, условно говоря, патриотическую и сделать упор на то, что интервенты стремились каким-то образом отторгнуть Русский Север от России. Ну, тогда уж не только Русский Север, потому что интервенция, она затронула окраины империи, многие бывшие Российской империи окраины, да, то есть тогда много чего они там хотели отвергнуть. И тоже можно будет подобрать какие-то аргументы, которые тоже в пользу этой позиции будут говорить. Я думаю, что в конечном итоге это индивидуальный выбор. Мы хорошо его делаем. Ваш выбор как учителя истории, а и, соответственно, тот выбор, который вы транслируете своим ученикам. Ну, как учитель истории я как раз выбора не имею. Так. Дело в том, как что вы эту тему освещаете? Существует государственный образовательный стандарт, существуют программы, существуют учебники, в соответствии с которыми работают учителя. Учителя работают в соответствии с программой, где интервенции не дается однозначной оценки. Интервенция изучается в таком общем потоке гражданской войны. Вот один из ее элементов, причем не самый важный. Другое дело, что для региональной истории, например, да, это совершенно другая история, потому что, ну, с точки зрения в целом гражданской войны, интервенция была, в общем, одним из эпизодов, одним из векторов, так скажем. Да?
А для региональных историй, там, где интервенция имела место, она фактически подменяет собой гражданскую войну. И на севере у нас, это, ну, нельзя сказать, что на 100%, но это в значительной степени так. То есть интервенция и гражданская война – это почти совпадающие между собой элементы. И поэтому для нашей исторической памяти, именно региональной такой, знаешь, исторической памяти, интервенция играет такую важную роль, потому что у нас есть в городе и в регионе есть места памяти, связанные с интервенцией. Эти места памяти хорошо известны каждому, я думаю, архангелогородцу, все их там видели, знают, да, памятник жертвам интервенции и так далее. Все знают о концентрационном лагере на острове Мудюг, да, все знают о, если читали «Детство в Соломбале», даже, может быть, помнят фамилии руководителей вот этого военных подразделений, которые здесь находились, британские и английские, там, «Пуль» и «Айронсайд», да, вот, может быть, там такое. То есть, да, у нас есть британское военное кладбище, большая часть захоронений которого – это как раз солдаты времен Первой мировой войны, интервенции. То есть много чего у нас здесь есть, и для нашей, для региональной памяти, для нашей, она, конечно, элемент такой значимый. Лично мне кажется, что здесь у нас в Архангельске, во всяком случае, в значительной степени господствует советская позиция, советское представление, которое сформировалось еще в годы советской власти. То есть все-таки их главная цель была свержение власти большевиков? Да, свержение большевиков. Сейчас в связи вот с последними трендами добавился тут сюда, наверное, и патриотизм разных формаций, да, разной разновидности. Ну, под патриотизмом я сейчас понимаю не чувство любви к родине, а патриотизм как вот некое политическое течение такое. Как сейчас вот можно говорить о таком явлении. Но, тем не менее, вот интересный такой, да, момент возникает. Все-таки шла Первая мировая война. И здесь высаживались они еще в годы войны. И говорилось о том, что все-таки цель благая, чтобы защитить своих союзников, Россию, ее окраину, да, от немцев-белофинов. Они высадились, а воевать-то с кем стали? Вопрос-то. Но тут вообще не просто все на самом деле, потому что само начало интервенции, оно связано с тем, что советская власть, в общем, в какой-то момент она была за. И Троцкий высказывал такую позицию, и местная советская власть, в Мурманске в частности, потому что они немцев реально боялись больше, чем союзников. Боялись, что немцы очень быстро тут, в общем, все зачистят. А союзники воспринимались как более лояльными. И в разных местах, там, где интервенция была, да, там разные были сложные взаимоотношения между местной российской властью и интервентами. Они бы там очень много разных нюансов было. Вот. А с кем воевать? Ну, воевать с красными, которые воспринимались как предатели общего дела союзников, антанты, поскольку они намеревались и вышли уже к этому времени из Первой мировой войны, подписав Брестский мир. Соответственно, интервенты, то есть антанта, она поддерживала любые политические силы, которые выступают против большевиков. Соответственно, вот большевики – это максимально конкретизированный враг, с которым следует бороться, и борьба с которым позволит сохранить Россию в Первой мировой войне, а, следовательно, заставить немцев держать там энное количество дивизий на Восточном фронте, и, значит, не ухудшится положение на Западном фронте, где как раз готовилось большое наступление и так далее, и так далее. Ну, смотрите, какой интересный момент. Вот сегодня, когда само событие, то Октябрьская революция или Октябрьский переворот, как его называют, да, и его последствия, они освобождены от советской идеологии, пропаганды. И во многих фильмах, во многих книгах «Белое движение» его называют, ну, доходит вплоть до того, что чуть ли не мученическое. Да? А если интервенты, они шли в помощь белому движению, то почему тогда интервенты у нас никак не звучат с точки зрения, ну, какой-то, ну, вот другой точки зрения, другого как взгляда, положительная, да, сила. Как положительная сила, да. Но тем не менее, сегодня все равно смотрим на них как на зло.
Ну, собственно, вот то, о чем вы сейчас говорите, это и есть тот самый выбор, который мы делаем в супермаркете памяти. Да? То есть мы делаем выбор, мы говорим, что мы на стороне и смотрим на гражданскую войну глазами белых, или мы говорим о том, что мы смотрим на гражданскую войну глазами красных, или мы пытаемся занять позицию стороннего наблюдателя. Такое тоже возможно, хотя и очень сложно, потому что в общественном сознании история – это всегда инструмент для понимания, осознания современности на самом деле. Там, хотим мы этого или нет, да, но история, любая абсолютно, любой аспект истории – это инструментарий, в первую очередь, для современности. Хорошо, остров Мудюк, да? Вот судя по описаниям, которые сегодня остались, он был не хуже и не лучше, чем те концентрационные лагеря, например, система ГУЛАГ, и автором которых уже была советская власть. Тем не менее, описывая, например, Мудюк, встречала не раз такие, ну, читая об этом, встречала такие фразы, что это был единственным в своем роде вот таким местом заключения. Почему такие характеристики даются? Концентрационный лагерь у нас очень четко и ясно всегда ассоциируется с лагерем смерти. К сожалению, у нас просто не различают люди и считают, что это одно и то же. Хотя на самом деле это разные вещи. Концентрационные лагеря, лагеря Первой мировой войны, они не ставили целью уничтожения людей. Угу. Это были места концентрации, ну, там, разного рода нежелательных элементов. Да, там, разные могут быть нежелательные элементы. Троцкий, например, был задержан в концентрационном лагере в Канаде, когда пытался перебраться в Россию, уже революционную. Да, и Временное правительство там, договаривалось с британскими представителями, чтобы его там выпустили. И таких примеров много можно привести. Лагеря смерти – это изобретение Второй мировой войны. Это совершенно другая история, потому что это связано с Холокостом и с там, задача совершенно конкретная была – уничтожить как можно большее количество людей за, возможно, меньший промежуток времени. Безусловно, лагерь на острове Мудюк – это не лагерь смерти, это концентрационный лагерь. Но в силу разных обстоятельств, в силу того, что там большая скучность людей, в силу того, что плохое снабжение и недостаток пищи, в силу того, что суровые климатические условия, да, в силу того, что ну, элементарно проблемы с гигиеной, например, там, да, возникают, смертность там гораздо выше среднего. Да. Это не значит, что там специально убивали, хотя и расстрелы там тоже были. Еще один интересный такой факт, буквально готовясь к интервью, прочитала о том, что в исследованиях русской службы BBC значит, приводится один из интервентов, имя одного из интервентов, это офицер французской военной разведки Эрнест Бо. Он был куратором Мудюк-лага. И как будто бы с его именем связано дальнейшее создание всемирно известной линии духов «Шанель номер 5». Есть ли историческое подтверждение или это опять какая-то легенда? Известно, что именно французский персонал, военный персонал занимался охраной в лагере Мудюк. Но это и все, собственно. Я вот касательно человека, который потом был причастен к разработке «Шанель номер 5», да, я ничего об этом не знаю. Но у меня нет абсолютно никаких причин не доверять BBC, потому что я знаю, что их такие журналистские, исторические исследования всегда достаточно качественные и интересные. Так что я думаю, что это вполне вероятно. Видите, охраняя и будучи даже достаточно жестокими здесь во время войны, да, потом проявляли, находили себя даже в каком-то творчестве, таком парфюмерное дело. Вот, ну, как и всегда как это происходит. Как и всегда, люди ведь после войны всегда перестраиваются и становятся чем-то другим. Да, Михаил Николаевич, спасибо вам за разговор. Сегодня на 13 этаже у нас был в гостях архангельский историк, учитель, краевед Михаил Капица. Всего доброго.